В среду в Самарской области будет ясная погода, осадки маловероятны. Станет чуть теплее, температура воздуха в дневное время плюс 5, плюс 9 градусов, ночью минус 1, плюс 1. Ветер западной скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 9, ночью 0 градусов, ветер западной скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, без осадков, днем плюс 8, ночью плюс 1 градус, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков. Днем 7 градусов тепла, ночью минус 1. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Атмосферное давление 761 миллиметр ртутного столба. Влажность воздуха 60%. Геомагнитное поле слабо возмущенное. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом esmeteo.ru.